пару-тройку раз нагнем ботов. Как в тот раз, да? Да. Так они нас нагнули. Раз пять, наверное. По-моему, больше. Да я не помню уже, на самом деле. Сколько раз мы там слили. О, на Регоне. Блин. Клуб? О, блин, клуб. Сраный клуб. А, защита? Кем защищаться можно? Че? Рекорд? А ты смешной. Спальня. А пусть будет. Это прибудет с нами спальня. Ох, щит. Я, ба. А ты думал, что будет? А что так много был реинфорсит-то? Там не укрепляй. Погоди. Да, кстати. Ну, в принципе, да. Блять. Хули так много реинфорсит-то? Противник рядом, к обороне. Как люди с TA играют? Там такое мыло. Пиздец. С чем? Ну там сглаживание. Три противника живы. Есть без сглаживания, и FXA, и TA. А-а-а. А, билинейный, трилинейный, понял. Место нахождения заложника обнаружено. Что они тут бомбанули? Противник нейтрализован. Понятненько. Нет, что-то вообще мыло. Просто если вдаль смотреть, то... Так, я, пожалуй, дырку заделаю. Что, простите? У Дока на стандартном прицеле на МП-5. На мушке есть зеленая точка тоже. Всем приготовиться. Ну да, наш давно где. Ну как это? Типа ночного прицела или как он там называется? Ну это метка специальная. Ночная. Да. Значит, сейчас еще одну эту реинфорсить. Там случайно не лезут? Лезут. Классно, у тебя сишка стоит. Че? Сишка классная стоит. Че? Пробивная где-то. Че? А, это не там. Не моя, я, у меня нет си. Чья тогда сишка стоит? Или че это вообще? Твоя. Ух, ебать. Это не С4, а СГ. Я понял. Я понял. Она от граната защищает. Ух, ебать. Охуел, что ли? Угрозу удалось устранить. Заебали взрывать все. К обороне. Или может дырку там оставить, а? Или не надо? Блять, они все равно ее прорежут. Похуй. Стену заколотил! Стену-то заколотил. Ох, щит. Я понял вас, ребят. Защищайте гражданского любой ценой. Ты телевизор сломал? Нет. Вандал. Чё? А это по крыше. Наш. Толстый бывает по лестнице. Блять. Патроны кончились! Взрывает что-то. Не, надо было. Я уж понял. Ух, ебать! Они все по лестнице. Режут, блять.
кстати, их вообще там не вижу, блядь. Нормально. А чё они там стоят? Враг готовится к атаке. Охранять заложника. Заложник стабилен. Потому что патронов нет, ничего нет. Я power up. Где ты, да? Да. Это хуёво. Я понял, я сюда, наверное, щит перетащу. На всякий ПЖ. Залога прикрыть. Противник рядом, к обороне. Ну, типа, прикрыть, да. Ну, типа, короче. Фига. Ну, они опять. Слышь, были. Морж. Или какой торшер пыльный. Чё? Ебать, он пыльный, блядь. Чё? Сверху? Я понял. Я пошел с одной дырки их встречать. Блядь. Потата им. Я тут бота пытаюсь убить, я не могу убить. А-а-а! Морж! Чё, где? Погоди. Со всех сторон, блядь. Блин, блядь. Их тут больше оказалось, чем я думал. Точно хочешь? Да? Встань, иди, блядь. Стой, 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 стой. Да стой. Не надо больше, не надо. Ладно. Ты сколько осталось? Один. Ну ладно, оставлю пока. Как ты, блядь? Чё? О. Чуть сюда стать. Уа-уа-уа-уа. А, последняя волна. Стена усилена! Я волна. Новая волна. Вот. Не знаю. Опять по крыше, что ли? Я укрепил о! Стену! Уничтожение термозаряда. Еба, вот эта пушка. Я знаю, где они. Не понял. Нереально стрелять с нее, она пиздец косая. Ага, по лестнице. Чуть-чуть. Нет? Нет. Сверху, да. Это смешно. О. Блять. Вот. Противник нейтрализован. Фига. Я бой. Правильно говорят, одному все играть нехуй. Чтоб гореть, потеть. Вдвоем, втроем веселее. Ну и так далее. Лучше в ПВЕ и так играйте. Ты в ПВЕ говоришь? Ну, бывает. Прикинь. Ну, был, по-моему, пару раз только. Хотя странно, в прошлый раз, когда играли, раз, наверное, 5-6 слили. Опять заложник ёбаный. Блять, ну ладно. Может, его ёбнем? И улетим. А, блин, двигатель подбили. Черт. Так, погоди. Не хочу я за доктора. Он страшный и некрасивый. За доктор? Да, за доктор. Хотят Валькирию, блядь, разблокировать. Чё-то как-то... Да ты офигел. Да почему у меня этот хуй такой корявый? Кто корявый? Хуй.
Тик доктор. Какой хуй корявый? Твой хуй? Хуй прав. У нас рандом, да? Офигенная стартовая фраза, блядь. Ничего так. Чё, ничего так, блядь. Стена усилена! Ну ничего. Такая-то Элла. Да, блядь, маэстро заходить. Нормально. Хотя, блин, я думаю, здесь мир подошла прям чётко. Блядь, ладно. Чё так подошла? Да. Мы подошли из-за бухла. Поставишь усиление? А, блин, у меня на ней неправильный прицел. В смысле? Как ты? Прости. Фига себе. Задержка. Не знаю, попробую обновить. Да, кстати, что-то задержка большая, по-моему. Попробуй обновить тоже. Здравствуй, здравствуй. Я тебя видел, что ты? Не прыгай. Да, кстати, блядь, ни херовая такая задержка. Я вроде не увеличивал. Да, у меня сейчас 24 кадра скипнулось. Чё, 24 кадра? Скипнулось. В смысле скипнулось? Ну, скип, в принципе. Ну, дропнутые скипнутые. Пропущенные. Я не знаю, с чьей стороны. С твоей стороны они скипнулись или с моей? Ох, нихуя себе. У меня лосс 0. У меня что-то битрейтик просаживается. Красненький битрейтик. Нихера себе. Офигел, что ли? Торренты забыл выключить. Возможно. Нафиг. Какого хрена он до 6000 поднялся? Хых. Хых. Хатэ. У меня как бы... Да. Давай в 4К. Сколько там уже битрейт? 24 тысячи или что? Не знаю. А где он? Они. Он. Оно. Пикнуть что ли? Назад. Вы попадете в поле зрения. В смысле? Противника. Я вернулся? А, или уже тут? Назад. А, понятно. Иначе противник вычислит. Вернулся. Ага. Вот. Хуя вы, блядь. А чё там, труп что ли был? Угрозу удалось устранить. Занять позиции. Вот. Враг готовится. Морж от меня слева, звук в правом ухе. Нормально. Нормально, Сидж. Вообще офигели взяли. Будь здоров. Враг рядом. Всем приготовиться. О нет, меня вычисляют по IP. Смысл. Можете попасть в окружение. Отступайте. Один. Один IP? Чё один? Фига себе. Типа там идут? Я промахнулся. Кадр все продолжает скипать. Ну в смысле скипать? Ах ты ж мразь, догнал. Дропаться. Хотя я тоже был... Сколько-то синонимов надо подобрать. Дроп, и так бы сказал. Я тебе в первый раз еще сказал дроп. Местонахождение заложника вот обнаружено. Ну я не знаю, там жирные 4 попадания в голову выдержал я. Противник заложника.
Противник нейтрализован. Враг готовится к атаке. Охранять заложника. Заложник жив. В смысле, просто ФП есть? Чё-то я не пойму, блядь, что вообще происходит. Да не, не просто. У меня буферит в этот момент. Да нет, дропа ноль. Битрейт вроде стабилизировался. Не знаю, с моей стороны, значит. С телефон, кстати, не буферится ничего. Да и ФП есть, вроде, в районе 30. Хоть в районе 30, они в принципе 30. Сейчас у меня. Китабу. Да. Сейчас вообще могу зависнуть. Да я смотрю, у меня картинка. А сколько там осталось? Морж. Волн. Че? Волн. Вот. Я что-то не запомню. Наверное, еще 2. Да? А вот и нет. Донтлес игры. Че? Донтлес. Че это? Ну это по типу Monster Hunter. Чего? По типу Monster Hunter. Донтлес. Я не выжил. Ну ты постарайся. Че это ММО или просто? Ну, по типу ММО, что ли, насколько я понял. Врагу удалось найти заложника. Ну, я сюда. Враг нейтрализовал заложника. Противник у меня закрытый быт просто здесь. Она на следующей неделе закрытый быт. Понятно. Ну и как тебе? Ну, не знаю. Одному скучно, Мэтт. Ну, а чё, гриндилка? С Солфрей дохожу, а? Гриндилка? Пока непонятно. Я не уверен, что у меня там туториал кончился вообще что. Защищайте гражданского любой ценой. Патата им. Классно, там как взрывает. Полезно. А то. Соглашение вошел в эту дырку, все равно. Зато так, продолжаем. Все правильно сделал. Он тебя смутил и все. Не, Фрикс, походу что-то у тебя дропает. Возможно. Ну сейчас вроде прекратил. Не, я когда в прошлый раз, первый раз ты сказал, точнее, я сворачиваюсь, у меня там просто 6 тысяч битрейт, блять. При ограничении в 3500. И все, и такая красная полоска. Мол, все хуево, чувак. Может, из-за этого, кстати? Вообще. Может. Вообще как бы. Что, опять за охрану заложника? Ёб твою мать. За охрану заложника. Да не, сейчас битрейт стабильный вроде. Ну, я сейчас еще раз перезагрузил стрим. Смотрю, произойдет. Смоук! We every day. Вот. Занять позиции. Враг готовится к штурму. Че ты хочешь? Вот. Вы были удалены за убийство команды. О, oh, ну! No. Да, блядь, сколько можно вот это вот пить? Одно и то же. Потому что, погоди, надо включить другой режим. Ой. Ну, фак там, не отключаться. Сейчас, может, там в читах переключит режим. Да.
его переключил, 4. Знаешь, что надо? Шкала. Ядерное снаряжение. Чё тебе? Ничего. Сюрприз сейчас будет. Нет. А я в тот раз выиграл ачивку. Типы всю работу за меня сделали. Я не против. А чё у нас? Деактивация заряда. Ачивку за прохождение на в самом высоком уровне сложности. Так вот, антизеррор низкий сейчас. Вот. Чё? Ты выбирал реалистичный, а сейчас написано было антитеррор низкий. Ну ладно. Не знаю, это об одном и том же или что-то другое, но... А ты запустил... А где? Узнать. Цель обезвредить взрывчатку. Вот. Что, у нас маски какие-то? Ты запустил... Ты что я запустил? А что я запустил? Что это такое? Ты запустил операцию. Какую операцию? Вот. Последняя операция, 10-я... В задании. Типа этих учебных. И? Это не я запустил, если что. Конечно, а кто у нас тут, почему? Ну, Андрей выбирал антитеррор. Да. Вроде как антитеррор низкий. Блять, вообще нихуя не видно. И отдачи нету. Что за херня? Низкий, потому что... Деактиватор потерян. Верните его. Что? Нам нужно деактивировать его. Куда его попали? Я вообще не понимаю, что это такое. Блин. Серьезно, ты никогда не играл в этот режим? Нет. Смысл в чем? Ну, если ты помнишь, с самого начала игры, ты террорист, все такое, да? Ну, да. И они всякие отравляющие химические вещества. Не знаю. Фигачит. Ну вот. Навыпили. Да. Я скажу ж так, что тут нихуя вот так навыпили, блядь. Я вообще, например, нихуя, блядь, не вижу. Второй-то. А, знаю. Слышу точно. Привет. Реинфорсишь тут? Блять! Пытался. Опять C4 слышно в последний момент. Ну тут еще и шумно, так что. Ну да. И на выпил. Ну этот шлем гасит звуки, так что не видишь, что ты подорвался. Да я, в принципе, слишком в последний момент всегда слышу. Не, надо же говорить по-профессиональному. C4. Звучит, конечно, как сифон, но... Шел, куда рвался на C++. Интересно. Разминировал чё? Заряд найден. Ваша задача установить деактиватор. Буфернулась, но не скипнулась при этом. Чё, гляну на дроп опять. Да не скипнулась.
Не знаю, что-то опять битрейт плавает сегодня. Что с битрейтом, непонятно. Чё, не тону? Да. Первый раз такой, кстати. Может, тебя просто пингует, пока ты не видишь. Да. Блин, где-то здесь 4 еще. Я не слышу. А я слышу. Are you ready? Are you ready? Да! For a miracle. Зачем ты блица вообще взял? Кого-то тут слепиться просто так нихуя не видно. Да я думал, мы вдвоем куда-то пойдем, а я блица взял, чтобы пофаниться. А тут... Ей, буфер. Хрен А, во, у меня сейчас тоже буферится. Что-то дропает, блядь. Хуя. Опять, блядь. Почему битрейт такой высокий? В чем проблема, блядь? Тут биткоины майнить. Битрейт, в чем твоя проблема? Биткоины майните, да, да, да. Угу. Чего, блядь? Хамач зачем-то включен? Ты что, херел, что ли? Может, он мне майнит биткоины? Ты что скажешь, через него стримишь? Да. Глазу хорошо, кстати. Ну да, он цели. Майн. Да. О нет. Что успех! Изи-пизи, блиц. Вот теперь я все операции выполнил. Ха. А я? Не знаю. Ну ты по идее тоже, раз ты смог тогда каким-то образом запилиться. Где, у меня написано до сих пор 9 из 11 почему-то. Потому что легкий уровень был. Такие не проект. Что за срань вообще? Какую-то операцию, блять. Нахрен надо. Дайте мне классический антитеррор. Ты его включил в этих подборе игроков, ну и будет он тебе. Морж опять чё-то жрёт. Абрикос. Ужас как. Ты опять запустил? Антитеррор он реалистичный выбрал, как в прошлый раз. А почему мы играем с чуваками? Потому что с чуваками. А, у тебя типа... Пару раз. Эвакуация заложника, говорите? Ну, чувака, да. Ладно. Синие. Ну, Blue Team. Конечно, можно улучшить. Blue Team. Что же вы бухаете так столько? Что ж вы синие? А какой уровень сложности? Реалистичный. Да, это средний который или самый большой? Самый большой. А, по-моему, нормально. Нормально. Наверное. Ты чё, зафьюзил бы заложник, нормально. Нихуя себе. Тут чё было? Кто, yeah. Кто бомбанул? Ну я у него отдача, блядь, чё-то. Задержки. Да сдохни ты, блядь. Себе. Рановат, конечно, финк сделала. Заря так. Ну тут сечь. Да, блять. Ух, ебать. Не, ну, финк шам поднять, наверное, что-то. А чё она не триггерится-то? Необходимый уровень не поднялся, видимо. Ага. Понял тебя. Тест тайм-то. А, стоп!
Я знаю, почему не было дэч. Уж финт. Потому что я сам себя бустанул в тот раз. Ну, в смысле, включил буст. Ты за финт был? Блять. Зайдем, что ли? Не нервничай. Не пролезу. А, ты это увидел, как я кинул этот да. Флешку свою. Да. Не смог засунуть дырочку. Ух, ебать. Эй, опять? Ах ты ж чара. У меня, да? Ебать. Опять почему-то просаживает. Ничего не знаю. Спрошу им артера, чё. Чё? Хорош ты мрёвать, Андрей. Здесь раненый. Да блять! Вообще не могу по нему, блядь, попасть. Чё за хуйня, блядь? Пошли заложника! Заложник у нас. Уводите цель. Пошли заложника? Да. Пошли его. Например. Может, чё с... Блин, не знаю, может, чё с интернетом? Всё не очень. Ну, не знаю. Сколько, наверное. Ну, вообще, да. Проц нормально. Должно хватать на все. А, погоди. А чё так просто нагружает? Сидишь, что ли? Заложник. Может, что ты там делал с процом? Ничего? Разгонял. А? Разгонял. Может, у тебя энкодинг внезапно в процесс попал? Хуй знает. Барикос.